my name is Barry Kosky. Добро пожаловать в Комиши Опер Берлин. Комиши Опер Берлин. Это комическая опера Берлина. Потрясающий театр. И сегодня у нас разговор с абсолютным гением, на мой взгляд, в театре, в опере. Это Барри Коски. Барри, однажды ты сказал, что публика может приходить на спектакль, даже не зная, что в программе, не зная сюжета, и что мы все должны понимать, исходя из музыки и из того, что происходит на сцене. Я, абсолютно. Именно так. Я решительно против идеи, что перед посещением театра нужно выполнять некое домашнее задание, подготовиться. Ни в коем случае. Готовиться не надо. У вас есть глаза и есть уши. Вы впитываете визуальные образы при помощи глаз и музыку через органы слуха. Этого достаточно. Где-то внутри, потом в вашем сердце или в голове начинается алхимическая реакция с непредсказуемым результатом, ради которого мы и ходим в театр, ради этого удивительного процесса, своего рода поиска философского камня. Ну а если для правильного понимания спектакля вам требуется прочитать 20 книг, это, с моей точки зрения, уже антитеатр. Нужно чувствовать. Насколько важен текст, если это все-таки музыкальный театр? Это же не просто ла-ла-ла, какой-то напев. Как ты интерпретируешь текст? Насколько он важен для тебя или для персонажа? Я музыкант, но также и режиссер. Очередность здесь имеет значение. Для меня все начинается с музыки. Все ассоциации идут от музыки. Сама архитектура спектакля рождается музыкой. Более того, признаюсь, что жизнь без музыки для меня — это не жизнь. Я бы мог прожить без книг или без живописи, честно. Если бы мне кто-то сказал: «Барри, книг ты больше не читаешь», я бы впал, конечно, в тоску, но это был бы не конец. А вот если бы мне сказали: «Барри, ты больше не будешь слушать музыку», для меня на этом бы жизнь закончилась. Музыка, как кислород, это субстанция жизни. В музыке находит выражение душа. Через музыку мы слышим свою душу. Она может кричать нам что-то или же петь. Без музыки мы лишимся души. Сказать то же самое о литературе или живописи я бы не рискнул. Для меня опера начинается с музыки. Но это не отменяет наличие текста. Либретто. Часто либретто много слабее музыки. Это создает сложности. Часто они равнозначны, если это тексты да Понте, Бойта или переложения Пушкина. Вот только независимо от качества либретто, на репетиции певец должен петь не ноты, а текст. Если он поет ноты, это не опера, а симфонический концерт или что-то подобное. Лучшие из лучших всегда поют текст. Я обязательно на первой же репетиции прошу своих вокалистов: пойте через текст, будьте внутри него. Не над текстом и не под ним, а внутри. Ведь в опере у каждой ноты есть причина, и эта причина — то слово, та мысль, которую нужно спеть. И это настолько важно, что я, музыкант, во время репетиционного процесса всецело поглощен работой с текстом. С вокалом проблем не будет. Те, с кем я работаю, точно споют на высочайшем уровне. Если что, дирижер подскажет, на что обратить внимание. Моя же работа на первом этапе полностью связана с текстом. А потом я его соединяю с музыкой, чтобы музыка, как всегда, победила. Музыка ведь всегда побеждает. In meinen weißen Armen sucht mancher Mann sein Glück. Ich kenne kein Erbarmen mit seinem Geschick. Er gibt sein halbes Leben für einen Kuss von mir. Mein Herz kann ich nicht geben,
ich kann nichts dafür. Du hast geglaubt, mein Lieben, wär wirklich heiß und wild. Ich bin nur kalt geblieben, ich hab nur gespielt. Барри, какие требования сегодня предъявляются к певцам? Если говорить о режиссере в опере, эта профессия возникла в середине 19 века, и с тех пор требования к вокалистам возросли, потому что они все в большей степени становятся актерами. От них требуют еще потрясающей внешности. Как обстоят дела сегодня? То, что требуют сегодня от певца на сцене, и то, что требовали 50 или 100 лет назад, это разные вселенные. Очевидно, например, что такая певица, как Монсеррат Кабалье, в наши дни ни за что бы не сделала такую карьеру, какая у нее была. Или Лучано Паваротти. Ну, Паваротти еще может быть, хотя тоже под вопросом. Проблема не в том, что современные артисты должны быть стройны и соответствовать голливудским стандартам. Ни в коем случае. Важны лишь вокальные данные и попадание в роль. Проблема Кабалье как раз в этом. Она ни в одну роль не попадала. Она была фантастической певицей и чудовищной актрисой. Паваротти тоже, мягко говоря, был невеликим актером. Но в нем было что-то, что гораздо важнее. Я трижды видел его на сцене и каждый раз благодарил Бога, что мне не пришлось с ним работать. Но то, как он пел, в этом было что-то, что выворачивало твою душу наизнанку. Я видел его в роли Родольфа. Выглядело это смешно, но когда он пел с Мими в третьем акте, по мне словно ток пустили. Меня била дрожь. Ему тогда было за 50. Этот большой человек вдруг стал выглядеть как маленький ребенок. В нем было что-то настолько подлинное, что было неважно, умеет он играть или нет. Неважно, насколько он крупный. С Кабалье другое. А еще Джесси Норман, с этим своим невероятным голосом и лицом, на котором было написано все, с этими совершенно невероятными глазами. Она же просто могла неподвижно стоять на сцене. Джесси Норман было что-то древнее, архаичное, сродни ритуалу. Этому нельзя было не верить. Так что я категорически против того, что в современном театре все роли должны отдаваться артистам с идеальной внешностью, молодым, стройным, полным сексуального шарма. Нет, это была бы просто фатальная ошибка. Радольфа не должен быть обязательно холеным красавцем. Это может быть ботаник с внешностью Вуди Аллена, легко. Кто сказал, что он должен выглядеть как голливудская звезда? Или Тоска? Тоска не Мэрилин Монро. Она не голливудская дива. Почему бы ей не выглядеть странной, не вписывающейся в классические каноны красоты? Вариантов сколько угодно. У каждой роли может быть сколько угодно интерпретаций. Актер интересен не тем, что снаружи, а тем, что внутри. Я работал с огромным количеством драматических актеров и оперных певцов, которые не всегда выглядели так, как люди на обложке Vogue. Если держать в голове обложку Vogue, то вообще далеко не уйдешь. Это путь в тупик. Не буду называть имен, но я работал с парой певцов, испытывавших проблемы с собственным телом. Они не могли совершать на сцене акробатические номера и одновременно петь, но они были хороши в другом. И я создавал постановку, в которой их тела им не мешали. Это всегда возможно. Как режиссер я работаю с самыми разными людьми. Меня совершенно не волнуют их физические параметры, цвет кожи и тому подобное. На сцене всегда нужно искать компромисс. Например, может ли в современных условиях не чернокожий актер исполнить Отелло? Конечно, только не нужно наносить черную краску на лицо. Aber macht nicht das schwarze
Schminke. Меня, честно говоря, оторопь берет, когда я читаю возмущенные заявления некоторых певцов, вроде того, что «если я буду петь Отелло, мне никто не запретит изменить цвет кожи лица, ведь мы в театре». Вот только не нужно притворяться, что мы не знаем, что традиция «blackface» имеет расистскую подоплеку, и что это задевает многих наших коллег, в чьих жилах течет африканская кровь. Давайте услышим и их голоса. В чем проблема? Разве белая сопрано не может петь «Мадам Баттерфляй»? Не азиатка. Мы же знаем, что может. Более того, ни один азиатский певец никогда не скажет, что не надо этого делать. Да им в страшном сне такое не приснится. Ведь тогда все начнут впадать в крайности и требовать ответной расовой чистоты с белыми партиями. С Отелло то же самое. Ни один чернокожий певец не говорит, что белые не могут петь Отелло. Речь лишь о том, чтобы не красить кожу. Время пришло это изменить. С «Баттерфляй» было то же самое. Сегодня в этой опере спокойно поют прекрасные певцы неазиатского происхождения. Они могут носить кимоно, у них может быть соответствующая прическа, но никто не станет имитировать азиатский разрез глаз, потому что тут чувствуется расистская подоплека. Нужно взвешивать «за» и «против», искать компромисс. Понимаете? Точно так же петь «Отелло» без черного грима совершенно несложно. Не сложнее, чем петь в «Баттерфляй» без узкого разреза глаз. И мне кажется, сейчас это лучшее решение. What has happened? My nose! It's not there! Where has it gone? Some water and a mirror. Nothing, no nose there. Vanished and gone. Барри, я не могу тебя не спросить о русской теме. Сколько сюрпризов в будущем ты нам еще готовишь? Хочу заметить, что в твоей постановке «Нос» в Ковенгардене присутствовали действительно блестящие идеи. Практически все в этой постановке носят бутафорские носы. И только тот, кто его теряет, остается со своим естественным. Для начала скажу, что русская музыка – важнейшая часть моей жизни. Я много работал с русской оперой и очень хочу продолжать. В случае с «Носом» первая проблема, которая встает перед постановщиком и его командой, и которая обсуждается с самого начала – что мы будем делать, собственно, с самим «Носом». Обычно все сводится к тому, что герой теряет нос, вместо него появляется гигантский латексный, а потом к нему возвращается его человеческий нормальный. Можно так, а можно что-то придумать. Думать? Я придумал. Моя идея была в том, чтобы носы были изначально у всех, и тогда его потеря будет ощущаться как потеря чего-то существенного, что есть у всех остальных. Вот только если оставить ему его обычный нос, этого никто не заметит. И тогда мы решили сделать его ярко-красным. Как у клоуна. Рана. Это же почти что рана, не так ли? Именно. Красный нос – это рана. Все правильно. С одной стороны, это рана, то есть больное место, а с другой – знак клоуна. Так родилась идея, которую мы постепенно стали развивать. Получилось один в один, как у Барбары Стрейзен. Да, мы все никак не могли решить, каким он должен быть, этот нос. В итоге попробовали скомбинировать. Взяли классический еврейский нос, соединили его с карикатурными изображениями еврейских носов в нацистской прессе, а еще я предложил в качестве ориентира использовать нос Барбары Стрейзенд, потому что у нее просто восхитительный во всех отношениях, выдающийся и по-настоящему знаменитый нос. Наша художник по костюмам сделала модель. Получился очень симпатичный носик Барбары. Немного подправили его в духе антисемитских нацистских карикатур, и в результате получился единственный в своем роде нос с прицелом на нос Барбары Стрейзенд. Я бы назвал его носом Коски.
У этого спектакля был феноменальный успех. В общей сложности ты поставил 4 русские оперы. Или 5. Ты поставил «Нос», что еще? Евгения Онегина, Чайковского, потом «Огненного ангела» Прокофьева. Точно, «Огненный ангел». Дирижировал Юровский. Работа с ним — это потрясающий опыт. А что еще я ставил? «Князя Игоря», Бородина. Мы делали его для Парижа в прошлом декабре, но прошло всего 3 спектакля. Что-то было еще? «Сорочинская ярмарка» Мусоргского. Итого 6, если считать «Сорочинскую ярмарку» и «Бориса Годунова». Вроде так. Или все-таки 7? Нет, 6. Ну, хорошо, пусть будет 6. Не будем преувеличивать. На самом деле, это может значить, что одну ты еще задолжал. Отлично, будем считать одну должен. Честно говоря, для меня самой неожиданной и удивительной была «Сорочинская ярмарка». Откуда она такая взялась, как и почему? Должен начать с того, что когда я про себя перечисляю самых своих любимых композиторов, в первой десятке неизменно оказываются Чайковский и Мусоргский. Хотя, конечно, это полные противоположности. Евгений Онегин вообще, на мой взгляд, самая совершенная опера в мире. В музыке Чайковского есть что-то, против чего устоять невозможно. Она полностью тебя захватывает. Это касается и оперы, и симфонической музыки. Всего. Мусоргский другой. Пожалуй, это самый радикальный из русских композиторов. И это с самого начала все понимали. Это понимал Римский-Корсаков, который всеми силами пытался ему помочь. Это понимал Шостакович, Стравинский. Величие Мусоргского как творца было для всех всегда очевидно. Великий композитор, но при этом сломленный, пропащий человек. И одно от другого не отделить. Эти вещи связаны. Он ведь буквально вытаскивал из себя свою музыку как занозы, с невероятными страданиями, которые слышны в каждой сцене каждой из его опер. Он был сломлен алкоголем, ненавистью к себе, теми мучениями, которые доставляло ему творчество. Написание музыки для него было мукой и борьбой, борьбой с собственными демонами в первую очередь. А еще он был гений. В каждой даже незаконченной его вещи, такой как «Сорочинская ярмарка», в плане структуры так много невероятных открытий, так много оригинального материала, что я бы назвал его одним из самых интересных композиторов за всю историю музыки. «Сорочинская ярмарка» всегда поражала меня своей принципиальной незаконченностью. Мусоргский начал ее, параллельно работал над разными другими вещами. В итоге сохранилось чуть ли не 5 разных версий, но музыки все равно не хватает. Эту недостачу мы решили восполнить из других сочинений Мусоргского. Так как опера не закончена, это допустимо. Одно для меня очевидно. К моменту написания «Сорочинской ярмарки» Мусоргский уж так долго создавал масштабные исторические полотна, что ему надоело. И он решил, как Верди с Фальстафом, взяться за комедию. Он уцепился за то, что действительно любил. За все эти украинские традиции, связанные с ярмарками, с народными балаганами. Мне самому все это страшно нравится. А потом читаешь его жуткую биографию, узнаешь о его ненависти к себе, о сломившей его алкогольной зависимости, и тогда музыка начинает звучать, как попытки вырваться из этого ада. Иногда в ней так ярко проступают его человеческие черты, что становятся не по себе. Но скорее это относится не к «Сорочинской ярмарке», а к Годунову, где это очень ощущается. Фатализм. Фатализм, безнадежный. И когда я это слышу, буквально лишаюсь дара речи. Кстати, «Князь Игорь», Бородина — это тоже незаконченное произведение? Если бы только это. С этой оперой вообще куча проблем. Дело в том, что Бородин был потрясающим мелодистом. Отлично владел оркестровкой, но у него вообще не было театрального чутья. Вообще ноль, ни капли. В этом плане он противоположность Чайковскому и Мусоргскому. Он совершенно не понимал, сколько должна длиться сцена, как делить время. Но при этом в «Князе Игоре» столько фантастически красивой музыки.
У тебя там пел Абдразаков? Да, пел. Компания подобралась отличная. Еще была Анита Арачвилишвили в роли ханской дочки. Не постановка, а сказка. Жаль, что состоялось всего 3 спектакля, причем не из-за коронавируса. Просто началась забастовка в Парижской опере. Считаю, что лучшего ансамбля русских певцов для этой оперы не собрать. Должен сказать, что тогда я получил печать с гарантией качества от русских певцов. А еще там произошла любопытная вещь на премьере. В зале были в основном французы, но также в большом количестве и русские, живущие в Париже. И вот русским спектакль решительно не понравился. Они пытались устроить в конце настоящую обструкцию. И я, и мои вокалисты, не понимавшие, что происходит, были ошарашены. Почему такая реакция? Акция части зала. Они в голос демонстративно смеялись. Только потом русские певцы мне все объяснили. Барета смеялись не французы, а местные русские. Должен сказать, что они не просто смеялись, практически кричали. В общем, русские из партера высказали мне свое недовольство. То есть люди приходят в театр для того, чтобы увидеть то, что они хотят увидеть. Именно. Ведь что ожидают от князя Игоря? Половецкие пляски, множество сменяющих одна другую картин, прекрасная древняя Русь. Я им этого не дал, предложил другое, театральное решение. При том, что в плане драматургии опера — это настоящая катастрофа, в отличие от Онегина, Бориса или Пиковой дамы. Но когда музыка настолько хороша, решение можно найти. Итак, Евгений Онегин, в твоей постановке партию Татьяны исполняла Асми Григорян. Но на самом деле для этой роли она не совсем подходит по типажу. Она южанка. Да, ей не нравится эта роль. Много раз отказывалась, прежде чем согласилась. И то, потому что я очень настаивал. Сказала, убеди меня, что я должна это сделать. Мы давно знакомы. Асми пела у меня здесь, в Комише опер, была моей русалкой. Еще до того, как стала большой звездой. Про Асмик нужно сказать, что она именно звезда, не дива. Одна из лучших сопрано на планете, при этом человек огромной душевной теплоты. Когда ее обнимаешь, у тебя самого на душе становится тепло. Когда я ей предложил спеть Татьяну, она мне сразу сказала, «Ой, с этой ролью у меня всегда были проблемы». «Ну, какая я Татьяна? Прости, не хочу». «Ну, тогда я? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». И сработало. Согласилась. Впервые я к ней обратился с этой просьбой в 2012-м, потом в 2013-м, а согласилась она в 2015-м. Сказала, хорошо, но делаю я это только ради тебя. Несколько раз она выходила у меня на сцену в роли Татьяны и все повторяла, насколько для нее это проблемная роль. Но как она это делала? Эта сцена с письмом 16 минут в крохотном круге света – это и есть настоящее искусство. Евгений Онегин – это Пушкин плюс Чайковский. Два священных имени для каждого русского человека. Как мы знаем, либретто – это не один в один пушкинский текст. Что для тебя важнее – история Пушкина или музыка Чайковского? Я бы сказал здесь то же самое, что у Верди в случае с Макбетом, Отелло и Фальстафом. Разумеется, это никакой не Шекспир, хотя как-то с Шекспиром при этом и связано. У Чайковского с Пушкиным та же история. Вроде бы связь есть, но Чайковский даже не пытается слово в слово идти за Пушкиным.
понимая, что это было бы губительно для оперы. Он многое меняет. Спеть совершенный поэтический текст на совершенную музыку, от этого хорошей пьесы не получится, а опера — это театр. Единственный выход — трансформировать. Даже если это такое гениальное произведение, как Евгений Онегин Пушкина. Я читаю, к сожалению, только в переводе, но даже перевод дает понять, какой это шедевр. Так вот, надо брать суть, главное, героев, сюжетный хребет, и потом наращивать новое мясо в соответствии с задачами музыкального театра. Так Чайковский и поступает. В результате, конечно, появляется многое из того, чего не было у Пушкина. Но это и называется искусством. Мне лично кажется, что дух пушкинского оригинала опере удалось сохранить. Но это моя точка зрения. В любом случае, то, что сделал Чайковский, прекрасно. И на сегодня у нас есть две гениальные версии Онегина. Пушкинская для чтения и Чайковского для прослушивания. В этой опере нет ни одного лишнего такта, как в «Боцике». Есть всего несколько таких опер, где вы думаете: «Боже, здесь ничего лишнего». Первые два акта «Фигаро» такие же. Про третий не скажу, к третьему есть вопросы. Но «Воцек» Альбана Берга определенно, как и «Тристан и Изольда» или «Тоска». Вообще ничего лишнего. Каждый такт на своем месте. И Онегин такой с самого начала. Вот только послушайте. Вот она начинается. Ты сразу оказываешься в плену у музыки. Не замечаешь, как проносятся три часа, и вот уже финальная сцена с Татьяной. Невероятно. Архитектура оперы совершенна. В ней все гениально. Например, смерть героев — это всегда эффектно. Попробуй найти великую оперу, где главные герои остались бы живы. Но здесь умирает только Ленский, иначе это было бы слишком простое решение. А здесь нет простых решений, здесь все сложно. Онегин — это ведь не бездушный, холодный Казанова. Да, он высокомерен, тщеславен, но трагедия, к которой он приходит в финале, его отчаяние показывает, что его холодность была лишь проявлением одиночества. Это была защита, и когда она падает, он оказывается дезориентирован. В отличие от Татьяны, которая, наоборот, обретает стабильность. Для меня эта встреча на перекрестке двух героев, совершающих противонаправленные движения, нечто бесподобное. Мы видим весь путь. Как эта девушка, такая загадочная и суетливая в начале, одержимая этой своей любовью, ее книги, как она поет, ее угловатое признание, и вот через три часа этот невероятный разговор. То, как она передает свой опыт практически без слов, это гениально. В моем личном рейтинге моих спектаклей он входит в пятерку лучших. А ты можешь себе представить, что вначале он бы ответил «да» на это письмо и женился бы на ней? Что бы тогда случилось? Могу. Тогда бы занавес опустился, и это была бы одноактная опера. Но разве с Чайковским не случилось то же самое? Это не имеет отношения и к его биографии. Несомненно. И это одна из причин, почему эта опера похожа на «Тоску», «Тристана» и даже «Моцарта». Композитор вложил в партитуру личный опыт. Тоска и одиночество Татьяны — это тоска и одиночество Чайковского. Чайковский не Онегин, Чайковский — Татьяна. Это очень важно.
И сейчас, конечно, постановка Бориса Годунова. Это последнее, что произошло в наше непростое время. Тяжелые времена. Но ты недавно очень хорошо сказал. Шекспировский театр закрывался трижды. И за это время Шекспир написал «Короля Лира». Да, я имел в виду, что всегда есть возможность адаптироваться, что-то придумать, как это сделали в Цюрихе. Взяли и удалили оркестр на 1.5 километра. Не идеально, но лучше, чем ничего. И когда начинают говорить, мол, что это за эксперимент, это все не работает, я злюсь. Придумайте лучше. А так мы выпустили новую постановку и дали работу в эти тяжелые времена тем, кто так бы ее ни за что не получил. Актерам, статистам. Человек 30, не меньше. И постановка ведь хорошая. Так что надо избавляться от клише, не прятаться от проблем, а искать красивые решения. Первая реакция у меня была «нет», когда мне позвонил Андреас Хомаки и спросил, смогу ли я поставить Бориса Годунова без хора на сцене, я сразу сказал «нет, не смогу». На что он «а если бы пришлось, смог бы?» Тогда я не устоял. Хорошо, это радикально, но мы что-нибудь придумаем. Стали думать, и в итоге придумали, как впервые в истории поставить Годунова с польским действием без хора на сцене, но чтобы каждая нота была на месте. Но есть еще более глубокий смысл. Ты как иностранец с русскими корнями. Моя душа русская. Замечательно. Ты делаешь юродивого главным героем, отдельно от самого Бориса. Он единственный, кто наблюдает за всей этой драмой со стороны и на самом деле осуждает ее. И только он может сказать правду. Я думаю, это в любом случае идет от Мусоргского. В версии 1872 года сам Мусоргский заканчивает именно юродивым, его песней, где прямо говорится, что он единственный, кто говорит правду. Это и в тексте, и в музыке есть. Он плачет, но плачет не по себе, а по России. Именно поэтому финал такой невероятный. Почему спектакль не мог закончиться смертью Бориса? Почему нужно было закончить сценой под кромами? При том, что на сцене у нас не было хора. Мне нужна была смысловая дуга. В этой опере ее практически нет. Борис не может быть той нитью, которая все скрепляет. Мы должны постоянно держать его в своем поле зрения и изучать его, но ведь его не может быть в польском акте. Тогда я решил, что это будет как сюрреалистическая галлюцинация, галлюцинация юродивого. Мы видим те же картины, что пролетают в его сознании, и тогда все обрело смысл. Сегодня мы все находимся в непростой ситуации. Что бы ты сказал художникам, людям искусства, театралам, музыкантам? Как нам всем держаться вместе? Знаешь, первое, что я хотел бы сказать, то, что мы переживаем, очень болезненно. Для многих это очень тяжело и физически, и материально. Да и невозможность заниматься творчеством давит. Но все мы, артисты, люди, связанные с театром и музыкой, не должны забывать, что мы лишь часть большого общества, часть человечества, для которого сейчас настали не лучшие времена. Но это не конец света, не апокалипсис. Когда сидишь, страдаешь, замкнувшись в своем кризисе, соблазнительно думать, что закрытие залов, отмена спектаклей — это конец цивилизации, что больше ничего не вернется. Но это не так. Это большая проблема, но человечество переживало и большее. В 1918 году от испанки умерло 40 миллионов человек, но и это был не конец. Земля продолжила вращаться, а искусство пережило настоящий взлет.
Так что мы просто находимся в зоне турбулентности. Я об этом постоянно говорю своим артистам и всем, кто работает в этом театральном доме. Полет продолжается, и есть надежда, что уже в этом году все начнет постепенно возвращаться на круги своя. И тогда мы вновь сможем встречаться со зрителями, как привыкли, или почти. Может быть, маски останутся, какие-то правила дистанцирования, но близость вернется. Потому что она нужна не только нам, но и публике. Публика тоже истосковалась по такому искусству. Ведь в этом и заключается чудо. Мы на сцене, а в темном зале сидят незнакомые нам люди. И мы здесь ради друг друга. Сейчас этого чуда нет. И всем от этого тревожно. Но все вернется. Мы все это переживем. В театре я часто привожу этот пример своим сотрудникам. Мне всегда было так жаль мою венгерскую бабушку, которая во время войны 4 года пряталась одна в чужом доме среди чужих для нее людей. Друзей ее мамы. Они были католики и прятали ее от нацистов. Она жила в крохотной комнатке, как прислуга. Одна, без семьи, совсем ребенок. Думаю, ей было очень страшно и плохо. Но она смогла это пережить. Неужели мы не сможем пережить год пандемии? Барри, если бы было можно, я бы тебя прямо сейчас обняла. Так что большое тебе спасибо. И тебе спасибо. Мне, кстати, в ближайшее время предстоит поработать в России. Буду ставить оперу в Москве. Это не твой родной Петербург, но у вас там и так разнообразный оперный ландшафт. Супер, спасибо. Мы тебя всегда ждем. Hi, Alma. Hi, Barry. Thank you.